не выглядим так, как мы бы хотели уже выглядеть, но еще есть время впереди поработать, да, и надо, чтобы наши лидеры набрали свою лучшую форму. Была такая команда, как команда и в защите, и нападении. А в данный момент у нас есть какие-то проблески только этого, да, так что впереди еще много что делать.